Хорошо, без, выходи, собирай все, что я оставил в этом доме, в этой квартире. Ничего не забывай, все комочки, одеялки, сеточки, все, что я раскидал, собирай. Возвращайся сюда. Дед показывает порталы, он больше в детской комнате находился. Хорошо, без, сначала собери все, что ты раскидал, потом пойдем дальше. Собрал. Хорошо, ты хочешь получить весь негатив в этой квартире, в дорогу? Негатив, давай. Хорошо, сначала я закончу работать с неупокоенной душой. После этого ты мне покажешь все порталы, которые в этой квартире находятся. Я их закрою, после этого соберу тебе весь негатив. Устраивает? Я могу ее с тобой забрать, Кого ее? если хочешь. Нет. Ты не имеешь права никого с собой забирать. Я должен разбираться здесь сам. Ты за неупокоенную душу говоришь? Да. А почему ты, с каких пор тебя интересуют неупокоенные души бесов? Я ее поменять могу там. Не надо никого никуда менять, будем разбираться. Хорошо, обращаемся сейчас к неупокоенной душе. Представься, неупокоенная душа, как к тебе обращаться? Леон. Как? Леон, Леон. Леон? Да. Хорошо, Леон. Как давно ты закончил свою земную жизнь? Сколько прожил и почему? Не ушел до сих пор. Три вопроса. 15 лет Назад. умер. Нет, ему 15 лет. 15 лет ему было, когда он умер. От чего ты умер? Занимался конным спортом, упал в лошади неудачно. Шеей что-то у него было, и потом пошло как заражение, показывает он. И когда это было? Сколько лет назад? В В каком году? 2007. В 2007. Ты сначала не понял, что случилось? И решил остаться, или ты хотел посмотреть, что дальше будет? Ему понравилось, что все переживали, плакали о нем. Он решил остаться. Хорошо. Ты получил свой опыт, ты решил уходить? Он питался этой энергией. Жалости. Страданий родителей, да, разговоров одноклассников. Ну, я не знаю, это этично или неэтично, питаться энергией, когда к тебе испытывают, причем энергии жалости. Это внимание. Ну хорошо, пусть это будет так. Ты знал, что мы придем и будем чистить эту квартиру? Пришел, чтобы мы тебе открыли портал? Я Или ты был жив? недалеко. И откуда ты узнал, что мы порталы открываем? Бес привел. Этого я еще ни разу не видел. Бес, объясни мне эту ситуацию. С каких пор ты водишь неупокоенные души на чистки? Вы знакомы с ним? Знакомый, да. Ну так расскажи мне, о чем идет речь. Этот бес подействовал на лошадь, которая его скинула. То есть бес, ты подстроил эту катастрофу? Он не думал, что он умрет. Бес, это очень серьезное такое нарушение. Ты активно влиял на жизнь человека своими действиями. Такая у него судьба. А что вы думаете, лошадь просто брыкается? Я просто Кто-то думаю. должен подтолкнуть ее. Я просто думаю, имел ли ты право прерывать его жизнь в этом воплощении? Вот о чем я думаю. Так было положено. Кем? Как положено? Объясни. Ты хочешь Такой сказать? был изначальный план. Хорошо. Допустим, это так. Итак, Леон, я тебя спрашиваю. Ты хочешь уйти сейчас в светлый портал, в чистилище и закончить эту земную жизнь, тяжело называть? Бес говорит, что он должен был уйти после смерти, а не таскаться и скитаться. Но, Пришлось мне его подталкивать на выход. то есть ты бес, ты хочешь сказать, у тебя было это задание, которое ты должен был сделать, и это все входит в план его жизни. Скорее его в смерти. Но скорее его смерть. Хорошо. Я так и не понял, ли он мне ответил или нет. Он хочет вообще что-то или нет. Да, он здесь, чтобы уйти. Хорошо. Открывается светлый портал в чистилище 1, 2, 3. Или он уходит в этот портал, его куратор встречает. Все, кто его знает на той стороне, встречает Леона. Встречает его. Его встречает, от него какая-то информация идет, что его вся жизнь вообще была ради смерти. Он пришел, чтобы смерть испытать физическую. То есть это была его задача в этой жизни. Кармический узел. Физическая смерть. Физическая Смерть смерть. физического тела, он должен был ее как прочувствовать, понять выход. Все понял, значит, это в интересах его развития, а не несчастный случай. Вот это меня интересовало. Его Есть встретили, он ушел.
Есть программы, есть сбой программы. Хорошо, закрываю печаты, растворяю. Хорошо, Бес, объясни мне еще вот эту вещь. Я не знал, что вам даются такие задания. Ну, в принципе, логика была, есть в этом. Прекратить чью-то жизнь именно таким способом. Ты сам способ выбирал, или это было предсказано, или как это мне понимать? Я полагаю, тебе доверили какое-то задание, правильно? Ты же не просто сам решил прекратить жизнь человека таким образом. Ты можешь было об этом... Было предписано, лошадь должна сбрыкнуть. Понятно, хорошо. И ты исполнил эту программу. Ну что ж, хорошо. Мне этого достаточно. Даю команду... Я не знал, для чего. А, ты сам мне даже... было поручено лошадь. Испугать. Понятно. Да. Больше вопросов нет. Хорошо, готов уходить? Да. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте беса 1, 2, 3. Бес забирает все, что принес, и уходит на свою частоту, закрывая, печатывая, растворяя. Да, он ушел. Хорошо, мы закончили. Отключаемся от квартиры и поднимайся в свою комнату диагностики. Пошел, пойдем.